Здравствуйте, меня зовут Вероника. Я проходила лечение, обследование и потом сделала операцию в Московской глазной клинике. У меня был диагноз миопия, и один глаз у меня видел, получается, минус 6, другой видел минус 4,5. Операцию провел мне замечательный врач Мурат Базетович. Я очень довольна и его отношением, тем, как я сюда приходила, и мне постоянно оказывали здесь услуги. Наблюдалась я довольно долго, у меня были плюсы такие нюансы, все очень было нелегко в моей ситуации, но всегда врачи и девочки на ресепшене очень так были приветливы и всегда мне помогали. Вот, так что хочу сказать большое спасибо Мурату Базетовичу и приходите к нему лечиться.